Жил да был Джоб, и превратился он в кибер-Джоба, переселился в виртуальную реальность и, одним словом, из газонокосильщиков прямо в киборги. Называлась эта игра «Газонокосильщик». Сегодня мы представляем продолжение этой игры, которая называется «Кибернетическая война», а создана она фирмой Sales Curve Interactive. Если игра «Газонокосильщик» вышла уже после книги и фильма, то сюжет «Кибервойны» имеет пока только компьютерную версию. Фильм «Газонокосильщик 2» выйдет к лету, а игра уже готова. Мы опять исполняем роль доктора Анджела, а сюжет заключается в следующем. Как вы помните, секретная военная лаборатория не без нашей помощи была уничтожена взрывом. Но остался ее филиал, где хранились резервные копии содержимого всех компьютеров. Однажды доктор Анджело, работая в компьютерной сети, натолкнулся на что-то до боли знакомое. Это была копия Киберджоба. К тому же новый вариант Киберджоба оказался лишенным души, если это понятие вообще применимо к киборгу. Доктору Анджело ничего не оставалось, как вновь отправиться в киберпространство для борьбы с этим монстром. Так началась кибервойна. Киберджоб не только восстановился, но стал еще опаснее, окружив себя изощренными кольцами виртуальной защиты. Игра «Кибервойна» — это решение логических и аркадных задач разной степени сложности. Задачи чередуются зрелищными анимационными фрагментами. На пути к логову Киберджоба вас ждет целая цепь препятствий. Вам придется ломать голову над кодовыми замками и платформами с алгоритмами. Исхитриться проехать по монорельсовой дороге и пролететь по лабиринту. И еще попасть из пушки в кибердыру. Предстоит борьба с жуткими мутантами и многие другие испытания. Если в «Газонокосильщике» вы продвигались по предопределенному набору уровней, то в этой игре вы можете выбирать свой маршрут по киберпространству. Но помните, каждый неверный шаг ведет к гибели, и тогда вы попадете в виртуальный ад. От «Газонокосильщика» эта игра выгодно отличается нелинейностью, разнообразием загадок и препятствий, а также возможностью выбора уровней сложности. Появилась возможность сохранить игру, но не более 3 раз. Управление осуществляется или с клавиатуры, клавишами управления курсором, или с помощью джойстика. Эта игра поставляется на 3 дисках CD-ROM. В комплект входит и аудиодиск с музыкой из игры. Для игры требуется процессор 480.